Это, если что, в маргинальной конфе еще до стримов был такой мем, когда нечего сказать, а в конфе новый человек появился. Ты, короче, ему говоришь: слушай, а ты знаешь анекдот про Дикого Билла? Он говорит: нет. А ты говоришь: короче, заходит в салон ковбой. Его спрашивают: ты кто? Он говорит: мое имя Дикий Билл. Можно просто Дибил. Это отличный тест на... на чувство юмора, блядь. Потому что если чел засмеялся, то все очень плохо, на самом деле.